Всем привет, вы на канале PlayPanda, меня зовут Дмитрий. Сегодня мы продолжаем играть во вторую часть бабки. В предыдущей серии мы убежали от деда, от одного деда. Сегодня мы попробуем пройти тоже на легком, но с бабкой. Только с бабкой. Бабка слышит нас везде, всегда и всюду. Поэтому надо быть более осторожным, надо быть более аккуратным. То есть там мы могли бегать, прыгать и скакать, и почти что он нас не слышал. А эскейпнем мы в эту заставку, потому что она нам нафиг не уперлась. И давай, не отвечай мне здесь. Ну, давай же. Неужели? Спасибо. Итак, мы прочухались. Бабка ходит. Так, здесь нам нужен ломик. Бабка ходит прям вот надо мной. Если бабка... Точно она не внизу ходит? Она прям надо мной ходит. Так. Малый просит... Опа! Security key. Она пошла малого кормить, наверное. Он же позвонил? Да. Так. Пойдем сразу на третий этаж. С третьего этажа начнем, там посмотрим, что делать. Так, отлично. А она может, интересно, лазить по... Чё ж нет ни хрена? Чё ж тут ни хрена нет? Так, она сюда не зайдет, надеюсь. Если просто она сюда зайдет. А ты дур такая, не можешь подняться? Говорит, ты хочешь поиграть в прятки? Я очень хочу поиграть в прятки, правда, да, бабуль, жить не могу без этого. Здорово, бабуль. Чё делать будем? Привет. Бабка ты, а? Вот тупая, вот тупая. Даже добраться до меня не можешь, да? Обманывали тебя, обманывали. Вот так вот, да, бывает. На, вот тебе ключик. Уходи. Уходи, бабуль. Я ухожу, и ты уходи. Будем считать, что мы с тобой начали играть в прятки. Я вот думаю, что нужно спрыгнуть вниз. Здорово, бабуль. А, ты меня вообще не слышишь? Ты глухая совсем, что ли? Едить его колотить. Я-то думал, мне написали, что ты очень хорошо слышишь. Так, идет. Идет собака такая. А? Хорошо слышишь, но слепая, да? Так, бабуль. Блядь. Я ж плюнул. Случайно. Так, ты, говорят, медленно ходишь. Тебя там это, жрать просят уже. Иди, 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 жрать просит. Ребенок жрать просит. Ай, блядь! Я нажимал на Фэй, держал Фэй, ничего не произошло. Или на него надо на сам капкан, наверное, надо нажимать. Ёб твою мать, я сейчас косым хромым буду жить. Идите его колотить, ну. А-а-а.
Да? Сейчас же буду хромать. Это очень плохо. Да, я буду хромать. Ну ладно. Чего? Отстаньте от меня все. Если я... Блин. Очень плохо, что я хромаю. Очень плохо. Идет прям в мою сторону. Прям... А, она на втором этаже ходит, что ли? Так, этот хеликоптер мне очень важен, да. Угу. Так, где она теперь? Воду сейчас включит. Да. Отлично. Воду она включила. Мы пошли в ванную. Посмотрели тут. Тут ничего нет. Так, свеча. Свеча это здорово, конечно, но толку от нее нам никакого сейчас нет. Блин, мы на втором этаже так и не сходили в этот. Так. Здесь нету ничего, что могло бы нам помочь? Нет, тут нет ничего, что могло бы нам помочь. Я спрячусь здесь и буду ждать. Ждать чего-то. Я пока не знаю, чего именно, но чего-то я подожду. Наверное, надо подождать, пока этот позвонит в звонок, дурачок. И тогда я пойду на второй этаж, возьму там колесо, которое нужно от... которым нужно открыть двери. Блин, ну не, ну через дверь неинтересно сбегать. Давай побежим через лодку. Через лодку всяко интереснее будет. То есть через лодку мы еще ни разу не сбегали. Так, она где-то сзади меня. То ли на втором этаже, то ли сейчас выйдет с левой стороны. Блин, она с правой уже стороны. Ну, в конце концов, что это такое? Бабуль, определись своим местоположением. Я вообще не понимаю, что ты хочешь от меня. Чё ты добиваешь? Я... Вот меня сейчас мало того, что засветило всего, как этого, как дурачка последнего. Я сейчас сижу, вообще горю. Ну, ты прекрасно сам это видишь, потому что я весь белый на этой... На вепике. Давай выпьем немножечко, а потом... Продолжим. Потому что, ну... На дверь она там в security key ходила? Ой, в security room, что ли, ходила? Ну, а сейчас она спустится вниз. Мне нужен ключ. Ключ нужен. Вообще, чё я туплю? Блин. Чё я туплю? Чё я хожу, как дурачок последний? Можно же ведь спокойно от нее бегать, убегать, и все, все будет хорошо. А, она была в подвале. Угу. Я просто молчу из-за того, что я... Опа. Опа, бабуль, иди сюда. Давай. Ну, отдай. Ну-ка, бля, я сейчас всё расскажу.
Все расскажу, как надо делать. Так. Все, это самая лучшая тактика. На самом деле. Правда, вот. Выходи. Че, нас здесь нет ни хрена. Эту ерунду. Так, здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Вот в рейндж это хорошо. Опа, что это? Weapon key. Weapon key. Это здорово. Weapon key мы возьмем сейчас, потому что, ну, используем, так как он достаточно неплохо себя показывает. Опа, пока выбросим. У двери лежит. Нет, давай лучше из ковра его нафиг вот сюда вот переложим, потому что тут он будет гораздо... Блин, а как подняться наверх-то? А, тут он будет гораздо более виден. Так, мы идем обратно за... Опа. Фотография через... Мы бежим через лодку, правильно? Где пистолет? Пистолет где? Где пистолет? Я не понял, где пистолет? Мы с монтировкой побежали, что ли? А где? Давай мы скинем это туда. А пистолет-то где? Мы сейчас пистолет просрали, походу. Да? Мы пистолет просрали. Если мы пистолет просрали, то это очень плохо. Правда. Я очень-очень-очень опечален этим. Нет, я стрельнул в нее и пошел туда. Пошел туда, потом пошел. Газолинкан. Так, ладно. Это тоже вниз надо бросить. По-моему, я только что просрал. Пистолет. Это не может меня не радовать. А еще я хочу заметить, что я сказал, что нужно поставить на паузу, но ты этого уже не услышал. Потому что мне вообще ничего не видно. Я вижу ключ. Я вижу эту ерунду. Я слышу, что эта дура ходит здесь где-то. Мне нужно сесть вот сюда. И пойти посмотреть, что там находится. А, это что? Это фьюз, что ли? Это дурхендл. Мне она не нужна. Я ее не буду даже пытаться. Здорово, бабуль. Нахер иди. Я тебя немножечко один разок шмальнул, но второй раз я в тебя шмалять не буду, потому что мне нечем. Серьезно? Смешно, пиздец, как обосраться просто. Опа. Так, бабка бежит, но это нам... Weapon key. Давай пробежимся, посмотрим, где мы пистолет профукали. Я чё-то вообще, у меня из головы прям вылетел. Вот оно! Я просто не хочу тратить патроны. Хоть их и тут как это, жопой жуй, но все равно. Иди, блядь, корми своего сына. Внука, как он там называется правильно у тебя. Так, пистолет вот тут. Оружие тоже там. Такс. Знаешь, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать грязь. Где мы там не сломали эту коробку-то? Ящик у нас где еще есть? В подвале ящик. Пойдем мы в подвал, сломаем там ящик. Сломаем ящик, бабулька только вот исчезла. Если она только исчезла, значит у нас есть еще какое-то определенное время. Ну, блин, логично, да? Патроны везде. А, у меня не уперлось. Все. Так. Ломать тоже на дверь.
На дверь мне нафиг не нужно. Так, значит, мы идем за Вренчем. И все. Да? Да. Да, иначе даже... Давай мы сделаем вот так. Ну ее нафиг, а то вдруг она сюда сейчас придет еще. Зачем, не знаю, но вдруг придет. Хрен его, вот, ну, в голову ей стукнет такой. Вот придет и все. И вот что хочешь, хочешь делай. Опа, все. В рейндж нам больше нафиг не уперся. Бабка пока не ожила. Слышь, дитё. Смотри мне. Да я понял, не ори. Хеликоптер Кей. Здесь, в принципе, тогда нахрен ничего не нужно. Все, хеликоптер Кей, он мне не нужен. Я уплываю на лодке. Не ори, не мешай мне играть. Она вот тут. Вот она с второго этажа спускается, наверное. Или наоборот. Страшно. О, блядь. Промазал! Блин, ты серьезно, что ли? Бабка, извини, буду стрелять в тебя из ружья, потому что, ну, вот у меня нет времени сейчас с тобой это еще и разбираться. Ну-ка, иди сюда. Бабзин. Дай. Ты как хочешь сейчас. Здорово, дура. Старая карга, блин. Ну-ка. Ну нахуй. Все, да выеживалась. Вот смотри мне. Будешь себя вести плохо, я тебе еще раз пальну. Так, 2 минуты 30 секунд у меня есть. 2 минуты 30 секунд вполне достаточно, мне кажется. Времени это много, кстати, есть еще. Да, так, у меня есть газолин, у меня есть... фотографии нужно по-любому, я так понимаю. Так, ручка нахер не уперлась. Это что у нас? Security key. Вот здесь тоже нет ничего. Где все вообще? Мне нужно что? Мне... Там я проверил. А то я бывает... Глаз фьюза, он мне нафиг не уперся. Тоже, поэтому... Ладно, пойдем наверх. Пойдем наверх собирать фотографии деда. Потому что, ну блин, ну у нас какой вариант есть? У нас сейчас есть, есть только один вариант. Собрать фотку и пойти дальше. Мы можем улететь на вертолете, блин. Запросто. Но не можем уплыть на лодке, знаешь, из-за чего? Из-за того, что. Еще одна фотография. Так, еще где одна фотография? Да, здесь радио, здесь все это ненужные вещи лежат. Здесь тоже, здесь патроны, патронов, как грязи, блин. Так, мне нужно в комнату бабки, у нее на кровати лежала одна фотография, это я точно помню. Так, опа. Блять, без пистолета не берет. Так, вот она, фотка. Здесь больше ничего нету. Так. Вот то, что я без пистолета, без автомата, без этого хожу, меня напрягает. Я забыл уже даже, куда я его положил. Поэтому вот это вот меня еще больше пугает. Да, я забыл уже. Представляешь? Память вообще как у рыбки просто. Так, фотографию деда почти собрали. Вот он. В принципе, мне еще одну часть фотографии надо найти, и я буду... Дурлок, блин, закрыть бы ее нахрен где-нибудь. И было бы вообще отлично, я считаю. Сейф Кей я не нашел. Вот серьезно, не сейф Кей. Не... Блять. Падает тут всякое. Тут тоже ничего нету, здесь тоже ничего нету. А тут мы к бабке поднимаемся, правильно? Правильно. Мы не ходили вниз. О, проснулась бабка.
Ты где? Она идет со второго этажа или на второй этаж опять. В голову, блин. Все. От бабки мы опять избавились. Опять же. Проходим здесь. Здесь ничего нету. Правильно? Правильно. Там что лежит? Тут лежит монтировка. Монтировка мне тоже не уперлась. Вообще не уперлась. Идем вниз. Может быть, внизу что-нибудь лежит. Просто... Тут наш монстр лежит. Лежит, блин. Прыгает. Здесь Padlock Key нужен. Я не встретил ни руля. Я не встретил... я только встретил газолин и свечу, по-моему. Свеча, по-моему, была. Руля и ключа от лодки не было. Где это все? Где все лежит? Я фотку даже найти не могу. Вот в чем весь прикол. Фотку даже найти не могу. Фотку найти это сложно очень. Тем более, когда она осталась одна. Одна часть фотографии осталась. Я туплю, я понимаю, но... Ну, блин. Можно же помочь немножечко. В часах тоже ничего нету. Там что у нас лежит? Хеликоптер Кей, да, у нас тут? А, вот свеча. Свеча, это здорово. В туалете у нас что? В туалете тоже ни хрена нет. У малого там лежит как раз хеликоптер Кей, да? Да. А, вот фотография-то. Ёб твою мать, как её отсюда нести-то. На третий этаж. Я за ружьем, я без ружья никуда. Этим делом мы не стреляем, потому что он пустой. Мы идем на третий этаж. Если бабка сейчас проснется, я в нее шмальну, я буду очень рад. Хотел на лодке вот уплыть. Что тут такое? А. Где бабка? Где бабка? Просыпайся, бабка. Вот бот Кейта. Ну, нашел, допустим, бот Кей. Да, пусть будет бот Кей. Сейф Кей так и не было. Тут тоже ни хрена. Тут вообще ничего нет. Тут бабка пересыпает эти одинокие ночи. Бабуль! Здорово! Все, хорош. Теперь я могу со спокойной совестью ползти на третий этаж. Вот я просто не могу, я паникую, когда бабка ходит. Я из тех людей, которые, знаешь, инди-хорроры со стелсом проходят не стелсом. Вот. Все, так, пошел я за ружьем. А тут фьюз нужен же. И газолин, и ключ от хеликоптера. А где же я его возьму? Я просто, походу, улечу сейчас на вертолете опять. Так как... А я не нашел половину вещей. Как я улечу-то, блин? Тоже такие все простые, блин. Улечу я, говорит, на хеликоптере. Сейчас я полечу. Там нужен фьюз и нужен... И нужен... Глаз фьюз. А я его видел вообще, нет, где-нибудь? Глаз фьюз. Хрен я его видел, где я его видел? Внизу только лом лежит. На первом этаже только лом лежит. Здесь у нас лежит ничего. Там вот газолин. Топливо лежит. А тут вот у нас лежит свеча. Свеча, опять же, для лодки. Для лодки нам ничего не нужно. Давайте мы полетим лучше на вертолете. На вертолете оно будет всяко сподручнее. А знаешь почему? А потому что... Да вот что-нибудь там по-любому. Я не найду никак с ключа от этого. Подлока, сейф. Так, ладненько, давай пойдем дальше. Дальше мы идем. Здесь у нас тоже ни хрена. Опа, дуркей нам не нужен. Он в принципе, не такой полезный. Здесь у нас что? Здесь дурхендл. Дурлок, а не дуркей.
Здесь пистолет этот перезаряжается, там лодки ключ, тут от этой комнаты ключ. И в принципе, вот все, что вот мы видим вокруг, это вот все, что у нас есть. А дальше-то что делать? Ой, не туда пошел. Дальше-то куда? Дверь открылась. Мы идем дальше, стреляем. Почему промазал-то? Как думаешь, бабка вернется сюда, посмотрит, что здесь происходит? Вообще, патроны-то больше не выдаются. Я без патронов никуда не пойду. Так, ну здесь вообще фьюз должен быть уже. Все, то есть дальше меня без него не пустят. А вон и... Ёлки-палки, да вы серьезно, что ли? Это он вон там теперь лежит? На лодке, я говорю, поплыву сейчас. Поплыву сейчас я на лодке. Хрен мне кто... Опа. Кутинг плирс. Гранаты. Это здорово. Ты где? Бабуль. А, бабуль. Я просто хочу дождаться ее и кинуть в нее гранату. Просто по приколу. Интересно мне, что будет с ней. Если я в нее кину гранату. И чё? Щепки полетели, вот зашибись-то, а бабке чё, ничего не стало? Круто! Огонь! Просто здорово, бабуль. За мной бежишь? Нет, не бежишь. Ух ты ж, ёпта. Так, что я могу сказать по этому поводу? Ничего. Знаешь почему? Потому что я сейчас в замешательстве нахожусь. Я не понял, зачем я скинул туда гранату и что произошло вообще. То есть ничего не поменялось, одни щепки полетели и все, бабки ничего не стало. Пол, блядь, разлетелся во все стороны и все. Нахера граната-то в этой игре? Или я дурак такой? Я просто что-то не понимаю, может. Я, скорее всего, просто что-то не понимаю. Я играю 28 минут уже, а толку от этого никакого, так как ничего не изменилось за это время. Так, эта дверь на улицу. Мне нужен... нужен... Мне нужны кусачки. Бабуль. Бабуль, я за кусачками. Где кусачки здесь лежали? Они ж лежали здесь? Нет, не лежали, я же их не нашел еще. А я их находил вообще? Вообще вся игра по одному месту полетела. Потому что я забыл уже, что делать, что не делал. И все же без бабки происходит, это же без паники даже. Понимаешь? Понимаешь, в чем прикол-то? Я вот не понимаю. Казалось бы, вроде все просто. Я бегаю. Подстрелил, блядь. Браконьер. Просто я вроде бегаю, я вроде все нашел, а что нашел, херу не поймешь. Ничего не найдено. По итогу-то. По итогу нет ни хрена. Вон, в шкафах нет ничего, тут нет ничего. Там только один газолин лежит, а фьюза нету. Фьюз-то где? Фьюза? Мне нужен фьюз.
Мне нужен фьюз, а не эта хрень. Мне нужно предохранитель, мне нужен. Стеклянный. Стеклянный предохранитель. Где он может лежать, блядь? Где вот он может лежать? Стеклянный предохранитель. У малого. Малой он спит, лежит. Наелся и спит. Здесь только ключ от хеликоптера. А он нам, кстати, очень понадобится, если что. Позже. Позже это никогда, скорее всего. Хотя хрен его знает, я же вроде полететь собрался. Значит пригодится. Вот. Знаешь, где находился этот, как его называют? Ключ. Вот он просто находится вот тут. Нахера его сюда класть, блядь? Может, я сюда вообще никогда в жизни не дойду. Сейф кей. Я бы сюда ни в жизни не дошел, если бы даже... Если бы мне его сюда не положили. Сейф кей, он внизу. Папку я глушанул. Но, ну, на 2,5 минуты. Примерно минуту назад. Если она оживет через минуту, то это все, в принципе, нормально. То есть у меня есть еще минут плюс-минус для того, чтобы жить спокойно. Я просто иногда встаю, прислушиваюсь, чтобы понимать, что она рядом не ходит. Пэдлокей, ёб твою мать, спасибо вам большое. Такс. Картина становится реальной. Пэдлокей мы туда бросаем. Берем ружье. Так, бабка через полминуты где-то должна проснуться. Хеликоптер кей. Свеча. Бабка просыпается уже. Ну, не просыпается, а прочухивается после того, как я ее шмальнул. Должна прям вот сейчас. Ну, плюс-минус, хер к носу там. Куда свечку-то бросил, блин? Вот она. Я все туда сброшу. Идет. Где она идет? Где идет-то? Чуть я не пойму. Она по лестнице сейчас будет спускаться? Или она вот тут? Или она вот здесь? Или она где вообще? Люблю эту игру за звук, просто за объемное звучание. Баба, вернись сюда. Иди ко мне. Я играю на пианине. Сыграю специально для тебя. Самую прекрасную мелодию. Давай, иди сюда. На, нахуй. Все. Готово, бабка. Такс, что нам еще нужно там? Уплыву я сейчас на лодке, конечно, блядь. Куда я уплыву-то сейчас? У меня же нету фьюза этого. Фьюза-то нету, а где фьюз-то? Где я его пропустил-то? Вообще теперь не понимаю. Так, это для... От оружейный ключ. От оружейный. В оружейный нихера нет. Знаешь, где он? Он вот он лежит. Никому тут, блядь, не мешается. Лежит просто и никого не трогает. Просто тупо лежит. То есть... Гениально. Я просто просрал кучу времени для того... Чего? Кучу времени просрал на то, чтобы... Просто... На прогулке, можно сказать. Вот. Но в целом-то мы уже почти все сделали. Мы просто-напросто сейчас идем... Вставляем туда этот предохранитель... Деда собрали, предохранитель сейчас вставим. Эл, бабка прочухалась. По-моему, она не должна сейчас еще встать. Ну и все. В целом, мы можем сейчас улетать на вертолете, но на вертолете мы хер улетим, потому что у нас нету изоленты. Ну, может, она где-то здесь лежит. Хрен ее знает, короче. Изоленту я не встретил. Вообще не встретил изоленту, поэтому мы сейчас
берем вот этот вот руль. Берем руль. Идем, бросаем его вниз. Да. Ты издеваешься? Да почему ты вниз-то не падаешь? Ура. Берем ружье. Бабка ходит. Бабка ходит под нами. Здорово, бабуль. Извини. Извини, большой извини, пожалуйста. Все, на. Ружье вниз. Руль вниз. Ключ от подлодки тоже вниз. А от подлока где ключ? Синий ключ-то где? Синий-то ключ я куда дел? Я его в сейф не оставлял. А, ну здесь все в принципе на месте, поэтому ничего страшного нет. Так. Мы тащим это вниз. Я просто все потихоньку перекину туда, чтобы... Чтобы это было, ну как, побыстрее, что ли. Закройся. То есть, вот так вот просто перекидывать гораздо быстрее из-за того, что ты не ходишь за каждым предметом. Ну, по сути, ты ходишь за каждым предметом, но кидать-то гораздо быстрее, да? Я бы туда сейчас шел, а так я кинул, и все. Возьми. Вот очень маленькие предметы. Были бы побольше немножко, разработчик вот услышал бы меня. И сделал бы чуть-чуть побольше этот объект. Область взаимодействия с объектом, с этим. То есть, а то его хрен подберешь ведь. Как дурачок стоишь его и тыкаешь. Так, что мы делаем сейчас? Мы берем руль, вставляем его в лодку. А, вставили в лодку руль. А, берем бот Кей. А, вставляем его... Куда вставить-то его нужен? Я понял, ни хрена он не хочет его использовать. Ну ничего страшного. Я слышу, как бабка идет сюда. Она, конечно, может не сюда прям идет, но... Меня это напрягает. Она прям вот она. Да, она вот она. Бабка, прости. За то, что вырос рано. Так. F. Очень долгая серия. Непонятно из-за чего. Из-за того, что я очень долго искал предохранителя. А знаешь, почему предохранитель я долго искал? Из-за того, что я невнимательный. И просто-напросто его не увидел. I can start the boat yet. Нет свечи зажигания. А где свеча зажигания? Вот она. Текстура такая размытая, что не видно ни хрена вообще. Опа. Ключ. Need open the gate first. Ладно, давай, откроем. Все. Ворота открываются. Дмитрий садится и уезжает. Неужели? Неужели мы смогли убежать от бабки? Бабка стоит, негодует. Она по правде не может негодовать стоять, потому что я ее застрелил. На этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят, всем пока.